Сегодня наше покорение будет осуществляться вот сюда, на эту супер крепость. Вместе с Никитой. Он продолжит. Первая голова. Последний герой. Ой, да, последний герой. Первая серия. Под названием «Выживет сильнейший». Ну, это последняя серия, короче, пока. Ориентир у нас электровышка. Туда. Да. Хочет трэша. Никита, аккуратно. Да. Вот здесь. Кроме кабанов и волков, здесь больше никого. Не переживайте. Если что, вы найдете эту камеру и узнаете правду. Ну и 32 минуты будем ждать. Нет, там же еще назад возвращаться. Да. Это было 20 минут. 10. Вот оно. Что будет дальше? Что будет дальше? Еще немного. Стой, сейчас сюда посмотрим. Вон вышки, откуда мы приползли. Аккуратно, не какие скользкие камни. Мы пришли уже. Мы добрались ровно за 12 минут, даже меньше чуть-чуть. Шикардосненько, стены хлипкие. Аккуратно. Еду. Аккуратно, Никита, я тебе говорил, стены хлипкие, особенно вон та впереди, которая сейчас будет. Вот это да, где ты рукой берешься. Да, вот оно неустойчивое. Крутяк. Да. А там находится кафешка. Не помню, как называется. Наши сидят, пьют кофеёк. Да? Слышишь? Шумит. В прошлый раз не было. После дождей, значит. Снизу где-то. Вот река там. Где-то шуршит. Снизу река. Вот, видишь, ага. Вот это. Где изгиб, наверное, да. Ага. Пытается что-то на камнях там оставить след в истории. Вот он был отсюда, да, только непонятно. Куда ты собрался? Ну, так? Не, так не получится, там будет трудно залазить. Ну,
следопыт. Тут в индейцев только играть. Бережу, ты скинул. О. Ду-ду-ду-ду. Не. Итак, подводим итоги. Дошли за 36 минут туда-обратно в шустром темпе. Дорожка слабо видная, надо искать меточки. Никита шмякнулся один раз, но не больно, уже на выходе. Так что все чики-пуки, мы все сделали. Машинка подана.